Украина сейчас пропитана полностью вот этой фашистствующей нацистской идеологией Запада. Это целиком и полностью продукт Запада. Если рассмотреть наши взаимоотношения вот, в срезе веков, наши отношения с Западом и Европой в частности, мы были разными. У нас была царская Россия, мы были плохими. И на нас шли войска каждый раз. Та же самая Крымская война, которую, к сожалению, мы проиграли в 19 веке. Мы против 7-8 держав сразу же воевали. Дальше. Там, мы стали коммунистами. Да, у нас была коммунистическая идея. Мы опять плохие. И опять мы им как-то не угодили. Теперь у нас, простите, уже 30 с лишним лет демократия, да? Все, у нас все прекрасно, такие же, как и вы. Мы вам постоянно протягивали руки дружбы и говорили, давайте сокращать вооружение, там, как-то сотрудничать. Да, и да. Опять мы плохие. Так, ладно, ладно бы руки, в 90-е вообще сказали, приходите в наш дом. Все правильно, так, да. Нет, мы сказали, а давайте мы в НАТО пустили пойдем. На ядерное... Да, мы сами же хотели еще и в НАТО вступить. Было. Они как-то отмолчались, да, они от этого вопроса ушли. Мы их пускали на свои ядерные объекты. Они следили, как мы режем наши ядерные боеголовки. Куда уж лучше быть.